Все тысяча. Я мажу сто. Идет. Дай. Господа, прошу пожертвовать в пользу увечных воинов. Ах, увечные, бесконечные. Дайте победу, получайте наличными. Победа обеспечена. Замечательно, браво. Возительски пахнут в облаю, а в ретницах забыли печаль. Батоньку, не забудьте отчислить. Следующий. Банки две. Николай, ты приехал. Чего же, Николай? Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня я должен совершить историческое дело, вас познакомить. Я же Микеладзе, герой Перемышля, носитель золотого оружия. А это вернейший сын грузинского народа. Очень рад. Пожалуйста. Нам, сынам Грузии, больно видеть, как льется грузинская кровь за русский интерес. Мы бы предпочли видеть вас среди грузинских патриотов. Судьба Грузии, как и всей Российской империи, решается там, на полях сражений. Мы Российской империи сочтены. Керенский не в счет. Будущая Россия – это колония Европы. Будущая Грузия – это форпост Европы на юге. Украина на востоке, Финляндия на севере и, вероятно, Сибирь на Дальнем Востоке. Колонии Европы? Но это вы через край хватили. Сегодня нам разрешаются великие проблемы Грузии. Я вас не совсем понял, господин Карумидзе. Поверьте, князь, что мы видим происходящее с исторической точки зрения. Что же, собственно, вы мне предлагаете? Я имею связь с легионом цариц Тамари. Легион сформирован недавно в Германии. Может быть, вы... Оставьте меня. Простите, господа. Ну, объясните, что случилось? Объясните, как не понятно. Открой уши! Береги себя, Мишель. Евуга. Свидание, мама. Свидание. Общий привет. Прощай, прощай. Не беспокойся, буду писать. Осторожно, это укрепляющие. Воевать не идешь, приходится. Война до победного конца. Ланца дринца от тата. Прощай, родной, не забывай меня. А что, Николай с нами едет? Ничего, мы с ним договоримся. Свидо,
Нет, мне нужен именно он. Зови, Ваня. Ладно, иду. По какому делу, сестрица? Не медикаменты привезла? Да. Медикаменты. Сдать хочу. Так бы и сказала. Давай, я приму. А вы знаете? Знаю. Применим, сестрица. Батюшки, Светлана! Я, дядя Вася. Вот медикаменты вам привезла. Вовремя. Ну, давай, давай. Давай. Ну, что у нас нового в Питере? Все в порядке. Молодец. Так. Поеду дальше, дядя Вася. Ну, езжай. Эх ты, умница. До свидания, товарищ. На! Эй! На вот, раздай! Дальше поехали! Смелая какая! Чего говорить, верная? А как ее зовут? Светлана. Цицинателла. Чего это? Цицинателла. Это по-нашему светлячок. Чему Цицинателла? Кто это? Во сне ли я?
Давно ли на руках тебя носил? Уже солдат. Ну, как у вас? Как мама? Деревня плачет. Ничего. Скоро лучше будем жить. От мамы. Сама вязала. Спасибо. Чего? Ну. Одна и мама. Так что у сестрички достал вашу соколу родину. Так вот она какая. Ишь ты чем занимается. Так точно. Взять. Слушай, за что брать. Стой! Ой! Куда? На кофту напала! Гадина! Ах, не смейте! Ах ты! Так вот вы чем занимаетесь, сестричка! Что это тут у вас? А здесь отдайте! Отдайте! Ах! Я извиняюсь, господин прапорщик. Лучше не надо. Черт знает, что такое. Спасибо, товарищ. Спасибо. Как вас зовут? Георгий. До свидания, Георгий. Честь имею явиться, ваше превосходительство. Здравствуйте, полковник. Рад вас видеть. Поправились? Да. Значит, наступаем. Да, если господа революционеры договорятся... По поводу? По поводу наступления. Ведь у нас теперь какие времена. Одни присылают приказы наступать, а другие эти приказы отменяют. Не могут товарищи найти общего языка. Нами командуют министры, социалисты, штафирки, штатские люди, шляпы. Да. Эх, тяжелые времена, полковник. Вот сейчас вопрос о наступлении дебатируется у вас в полковом комитете. Опопить горою, не рунтами волю, как закидал. Ну, довольно, на ваше слово. Ну, твое мнение, братцы, вот присяйниша. Вот именно, правильно. У мужика хата, у мужика коробенка, у мужика воли. Защищать от иноземного нашествия надо. Надо. Не посрамим же мы семьи русской. Правильно. Наступать будем! И точка! Правильно! Я, товарищи, возвращен с каторги нашей революции. Я боролся с царизмом и словом, и бомбами. Да, бомбами! Хотели повесить, но заменили вечной. И вот... Вы видите на мне солдатскую шинель. Почему? Потому, что эта война, это последняя схватка славян с тевтонами. Братцы, наше дело маленькое. Поставим пулеметы и пущай немцам животы штопают. Я, братцы, торжественно заявляю от усей пулеметной команды. Товарищи, вы послушайте дальше. Вот пора кончать нынешнюю войну, затеянную кучкой богачей.
власть взять в собственные руки. Правильно. Да. А это что надо? Она... С Петрограда ее, брат, прикрывали и закрывали, и штрафовали. А она, знаешь, все гнет свое наперекор толстопузом. Ишь ты отчаянная. Даром, что ли, крестили, правда. А ну-ка, довольно, довольно глупостями заниматься-то. Мамед. Ну да? Ну давай. Твое слово. Ваше слово. Кавказский час пойдет. Чеченский дивизион тоже пойдет. Пойдет. Кавказский час не пойдет. Дивизион тоже не пойдет. То есть как не пойдет? То есть как это не пойдет? Чеченский дивизион полномочен меня так сказать. Пойдет, пойдет, не давай, пойдет, не пойдет. Дайте мне слово, товарищ. Дайте мне слово, пожалуйста. Прошу вас, давай. Ну, пожалуйста. Наша позиция. Товарищи, наша позиция. Наша позиция не мир и не война. Ну, не ту ныну. Наша позиция, товарищ. Как это так? Ни мир, ни война, ну как? Это твояка! Трястье твоей матери. Здорово, ополчане! Ну как, решили? Бьем противника. Одну минуту, сейчас, сейчас проголосуем мы. Кто за наступление? Прошу поднять руки, сосчитайте. Слушайте. 9. Thank you.
спит. Эфер, где Рослер спит? Файн спит, да? Егорка, грань! Видишь, сколько земли изгадили. Гердо из Ганс капут. Хлеба, хлеба, видишь? На, бери. Брут, танкиша, брут, камерад. Возьми. Hier hast du ein Geschenk von mir. Спасибо. Von mir. Ишь ты. Ну вот что, ребята, чего мы тут сидим и друг дружку караулим? Мы своего Николая спихнули. Николас, Николас. А вы, Вильгельм, пихайте, пихайте. Вильгельм, цум. О, цум, дьявол. Гуд, хорошо. Мир, мир. Verstehe ich? Мир, мир. Мир? А, Фриден, Фриден, камерад, мир, понял? Мир, я вижу. Фриден, Фриден, я, мир. Иди сюда. Ком, ком. Понял? Ага, до, майна хан. Ленин. Ленин гуд. О, да, Ленин, Ленин, гуд, гуд. Пошли. Танцуй.
Брат, брат. Рус. Прицел 10-2. Слушаюсь. Пауле! Брат, а что матери Оружие и брата.
прикажете разогнать ваше происходительство? Ни в коем случае. Но, генераль! Они толкают нашу страну в бед! Кто толкает? Я говорю о большевиках! Они что тебе? Поперек горло встали! Пойдем, брат. А ну их, дед, пошли. Я думаю, нам лучше уйти отсюда, господин министр. Вы боитесь, генерал? Да, я за вас боюсь, господин министр. Какие глупости! Я умею словом держать массу. Теперь уже никакие слова не помогут. Придется образумить взорваться. Полковник, проводите господина министра. Где дома? Иль Бупле. Стоило рабочим и крестьянам, загнанным в окопы, протянуть друг другу руки, как заработали пулемет. Кто враги, спрашиваю я вас? Вот эти? Вот они? Кто приказал стрелять? Офицеры! Временное правительство! Доберемся и до временного! Доберемся! Тут он. Идем. Ну, поехали. Это вам, материальчики. Это тоже вам. Анна Алексеевна. А, Светланочка приехала. Да, вот приехали. Вы что, товарищи, материал привезли? Чего? Материал привезли? А, да. Да, да. А ну-ка. Целую кучу материалов. Да. А ну-ну. Вот. Буду три набереться. Нам бы главного здесь повидать, а? Редактора? Угу. Главного. Он сейчас придет. Да вот он, кажется, идет. Ага. Добрый. Вот эти гранки. Да-да. Вот эти. Ага. Здравствуйте. О, здравствуй, хозяйка. Приехала? Да. Отлично. Вот товарищ из фронта. Вижу, Ершов. Дядя Вася. Да, да. А это вот наш Панасюк. Это я. Здоровенький был. Здорово. Делегаты? Да-да. Так. Ну, как у вас там на фронте? Раньше на фронте в грудь били. А приехал Терапелев, спину начали бить. Наши ребята хотели с ним рассчитаться, да смылся. Рассчитаться? Никогда не поздно. Ну, устраивайтесь, товарищ, я сейчас. Так это передовица Владимира Ильича? Да-да. Так, ну, конечно, это пойдет. Кто расстреливает столь же определенную часть солдат? Кто расстреливает столь же определенную часть войска в армии, вот эти палачи — это реальная власть. Церетели, Черновы, министры без власти, министры куклы, вожди партий. По-моему, вы здесь
пропустили. Нет, нет, не может быть. Давайте все-таки обратимся к рукописи. Я же вам сказал. Видите, министры без власти, министры куклы, вожди партии, поддерживающие палачество. Поддерживающие палачество. Да смысл же тот. Этот, да, не тот. И вообще, давайте не будем править Ленина. По-моему, он неплохо пишет. Не правда ли, товарищ? Дай бог каждому. Вот видите. Виноват. И пока партия доверяет мне службу правде, Ленина искажать, знаете ли, никому не удастся. Не выйдет. Простите. Ну, возьмите, работайте. Хорошо. Кому такая награда? Зараз доложу. Тебе, борцу, гнетущей тьмою. Это правда? Да. Ага. Хорошо. Привет горячий от души. Всегда идем мы за тобою и шлем последние гроши. Это стихи. Вижу. Вот это мы обязательно напечатаем в нашей газете. Обязательно. Мы читали сигнал, что правде нужны средства. Ну и вот, собрали и от нашего полка. Это очень хорошо, товарищи, что вы вашу газету не забываете. От хлопцы на усім фронте так казали. Ось, скажем, что везите его до той, до правды. А назад у тем мечты привезить нам мир. Ось воно я. Мужик сие жито. Жінка каже, мак, хай буде так. Ну, поближе садитесь, поближе, товарищ, поближе. Не так просто, товарищ. Вот я к дате хочу. Не так просто. После февральской революции власть осталась в руках помещиков и капиталистов. В руках скупщиков и мародеров. Вот в чем причины нынешних бедствий и в тылу, и на фронте. Да требуем дать по бутылице так, чтобы... Правильно, правильно. То, что не было сделано в феврале, когда скинули царя, то должно быть сделано теперь, когда к власти придут большевики. И тогда мир? Да. Большевики... Предложат всем воюющим народам справедливый мир. Обязательно предложат. Ну, а там посмотрим. Ага. Так я уже я тебе скажу. Иди швидше, робить. А мы вот усі допоможемо. Отак и кажить товарищу Ленину. Ну, а почему бы вам самим не сказать это товарищу Ленину? А товарища Ленина можно видеть? А почему же нельзя? Можно. У федеральной степени катастрофы прорубили для анархистов Оренгиметов. Иван Николаевич, почему это француз так горячит? Так же, союзнички. Они ведь поклялись воевать до последнего русского солдата. Вы, сестра. Ассоциация, заседание начинается. Да, благодарю, я иду. Анархия! Анархия! Фронта нас нет! Мы катимся в пес! Туда вам и дорог. Спокойте, граждане! Спокойте, я вас прошу! Спокойте! Дадите, граждане! Дадите, я вас прошу! Прошу продолжать, господин Теретель. Демагогическая пропаганда большевиков ведет страну к развалу. Тенденция сепаратизма, обнаружившаяся в Финляндии, на Украине и в других частях страны, она говорит преступными лозунгами о немедленном мире и
которая могла бы сейчас взять в свои руки и вывести страну из анархии. Есть такая партия! Ленин. Да. Какая партия, позвольте вас спросить? Это партия большевиков! Прекратить эту бесценную демагогию! Смеется тот, кто смеется последний. Арестовать! Всех не бери, арестуйте! Господа офицеры, за мной! Пойдемте, Владимир Ильич. Насчет земли. Землю надо отобрать у помещиков. Так и башманы дадут. Землю у них возьмут советы. Где понадобится, силой. Товарищ Ленин. Вот, товарищ Ленин. Есть большевики, поддерживают временное правительство. А как? Это не большевики. Это двурушники. Товарищи! А что, ежели временное правительство откажется заключить мир? Да. Дадим ему по шее. На то оно и временное. Категорически убедился, что большевистскую демагогию никакими аргументами не опрокинешь. Никакими. Здесь аргументация сильнее всяких слов. Не надо забивать, что ваше оружие и ваше мужество нам нужны для родной Грузии. Совершенно бесспорно. Не сегодня, так завтра медведь сорвет со степи. Это же варвары, эченеги. Уедем в Грузию, организуем республику, у нас будет наше правительство. Под протекторатом хотя бы, ну, крестьян, все равно. Что? Большевики всеми правдами и неправдами лучше к власти. Это верно. Но приход их к власти вызовет протест союзников, дипломатические осложнения. Отец послал великих держав. Пусть тогда поцарствуют господа большевики. Ленин сегодня же будет арестован. Приказ уже подписан. Виноват, господин министр. Мы вынуждены занять этот зал. А что? Бедни тревожные, Васильевский остров, Литейные мосты, забиты черни с красными флагами. Возможно, что это попытка переворота. Вот оно, оказывается, что есть такая партия, вот. Что? Его превосходительство приказал перевести разговор на самый понятный язык. А Миксель, да нет, ну, мужчина, это сейчас бьет. Вот дальше, как это удалось. Там слово рода не было. Позвольте, капитан. Слава свободе и добро! Радио колотим в себе! Слава свободе и добро!
Стой! Осторожно, товарищ, осторожно. Давайте сюда. Ага, так. Это раненый с фронта, мама. Не пугай меня. Горячей воды, скорее мне кричи. Светлана, скажи, у меня сердце замерз. Осторожнее. Боже мой, да что же это такое? Господи, боже. Мне не так плохо. Егор. Егорка. Ты это? Теда. Что это он сказал? По-своему, Джон. Спасибо, товарищ. Мне хорошо. Вот что пишет Керенский. Я читаю выдержки. Беспорядки в Петрограде были организованы при участии агентов германского правительства. Руководители и лица, запятнавшие себя братской кровью, арестовываются. Чему вы цитируете эту клевету? К чему? Владимир, мы одиноки. Против нас идут даже меньшевики, даже эсеры. Послушайте, не нужно никакой правительства. Не нужно. Но все фракции требуют суда над нашей партией. Требуют ваши явки на этот суд. Ага. Вот что. Да-да. Это единственный выход из положения. Так. Но суд — это орган власти. Да, несомненно. А где власть? Правительство. Ну? Его состав меняется ежедневно. Правительство бездействует, его нет. Действует военная диктатура. Отчасти. Абсолютно. О суде смешно и говорить. Дело не в суде. Это эпизод гражданской войны. Пусть даже так. Но ведь суд будет гласным. Народ поймет. Мы считаем, что вам необходимо явиться, Владимир. Ну, знаете, ваше рассуждение ребяческое. Предательское. Что? Вот. Поймите, наконец, что власти нужен не суд, а травля интернационалистов. Правильно. Засадить их и держать. Вот что нужно господину Керенскому и компании. Совершенно верно. Понятно. Засадить. Не думаю. Революционное правительство. Я полагаю. Всегда было и всегда будет. Я полагаю, вопрос исчерпан. Владимир Ильич говорил весьма ясно и понятно. Да, но... Ясно и понятно для тех, кто хочет понимать. Ни на какой суд Владимир Ильич не пойдет. Послушайте. Мы полагаем, что явка Владимира Ильича нанесет смертельный удар контрреволюции. Да-да. Чего это? Не знаю. Надо помнить и никогда не забывать, что второго такого Ленина у нас нет. Я, по крайней мере, в истории человечества второго такого не помню. А потому никому не позволительно распоряжаться его головой так это. Кроме партии. Какая гарантия, я спрашиваю вас, какая гарантия, что те же юнкера, которые поведут на этот суд, не растерзают его по дороге? Ведь это же банда. Ну, так никто из нас не гарантирован. Ну, положим, вы можете не беспокоиться. Ваше поведение уже гарантия. Светланочка. Вот полюбуйтесь, Владимир Ильич. На всех углах расклеено. О чем мы уже предупреждали. Угу.
Совершенно логично. Не пачкайте рук, Владимир Ильич. Давайте лучше уедем отсюда. Вы куда же теперь? А вам отсюда в какую сторону? Мы направо. Направо? Ну, а нам прямо. Прямо. Но мы надеемся, что Владимир Ильич будет в безопасности. Вы можете не беспокоиться. Поскольку вы не будете знать его адреса, он будет в полной безопасности. Пойдемте, Владимир Ильич. А Светланочка, ты с нами? Я не знаю, Владимир Ильич. А почему грустно? У нее важные дела. Какие? Сердечные. Тоже. Полюбила там какого-то грузина. Это очень удачно. Это очень хорошо. Да, а вот маме не нравится. Вот это плохо. А как вы думаете, если я поговорю с мамой, я сагитирую ее, а? По-моему, вы обязательно сагитируете, Владимир Ильич. Я поговорю с мамой. Обязательно поговорю. Ну, пошли. Вот эти двое, как гоголевские крысы, пришли, понюхали и ушли. Да-да. Не правда ли, хозяйка? Да. Пожалуйста, Владимир Ильич. Можно? И пойдемте сюда. К тебе, Светланочка. Угу. Це вже Спасівка. Люди новий хліб до млинок везуть. Куди? Ти тож не сюди. Ага, а яблуки, які зараз, Василь, а? Від сонця гарячі, як бублики. Добра земля на Україні. Эх, хороша Маша, да не наша. Вот когда отечество тебе родней матери станет, да даст землю, да волю, вот тогда и у тебя яблоками запахнет. Ну а ежели какого недоброго соседа на этот запах потянет, так мы ему так нюхло набьем, что до новых денег не забудем. Ну, это же коли будет. А вот и будет. Для этого и шестой съезд собираем, чтобы силы в один кулак собрать. Да этим кулаком, кого следует по голове, шандарахнуть. Такое время, Ильича! Егор, да. О, Светлана. Ну, я пойду, чтоб старуха не видала. Вот и мой дом. А пришли чистыми. Ты подождешь, Ершова. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Там еще кто? Там? Да. Там, знаете ли, знаменитый хирург. Доктор Уянов. Батюшки мои, да что же тебя суют, а? Пожалуйста, пожалуйста. Да. Здравствуйте. Прошу. А, спасибо. Пожалуйста, руки мыть. Чего? Руки мыть. Руки? Пожалуйста. Доктор. Вы уж как следует посмотрите его, а? А может, ему лучше уйти отсюда? А что? Политическое. Да ну! Да, на демонстрации раненый. Большевик. Что вы говорите? Нет, нет, он человек тихий. Только не наш он, грузинец. Ай-яй-яй-яй. А я женщина больная. Чуть шум, чуть стук. Так вот, здесь вот и оборвется. С 5-го года это, как ему уже потеряла. Доктор,
Может, больному-то уйти отсюда? Посмотрю, посмотрю. Посмотрите. Сюда, да? Да, сюда. А? Сюда, пожалуйста. А, пожалуйста. 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 Вам лежать надо? Не могу я лежать, когда у нас такие гости. Здоровья. Вот и отлично. Но пока надо беречь тебя. Это вас надо беречь. Нас миллионы, а вы один. Вот эти миллионы и дадут ответ на июльский расстрел. Ершов уже здесь, можно? Что? Ага. Ничего, пора, Владимир Ильич. Владимир Ильич, ехали бы к нам в Кронштадт, там как за каменной стеной будете. Поблагодарите товарищей, но пока такой нужды нет. Да, пока нет нужды. Командир Ильичев, Федорович. Вот сейчас отдыхали. Поправляйтесь. Ну, крепче там. Есть. До свидания. Сейчас, сейчас. Одну минуточку. Виталий. Видел. Ну, как? Поправляется. Но влюблен. Вот в том-то вот и горько. Почему? Сразу видно, доктор, что вы не мать. Ну, а раньше разве не было видно? Да полноте, доктор. Ну, что в нем? Что? Рот точно дурская каланча. Значит, видит дальше других. Увезет мою Светланочку. А отдавать не хочу. Грузиницу. Гарем у них. Что вы? Да, гарем. Мама, засмеялась. Вот видите, когда Владимир Ильич смеется, то самая закоренелая душа может расставиться. Так вот, дорогая моя Василия, не надо молодым мешать строить свою жизнь, новую жизнь. Ну, а сердце ваше как? Спасибо, отлегло. А вы знаете, доктор, ведь и без лекарства с нами очень хорошо. Ну вот видите. Право. До свидания, моя Вася. До свидания, доктор. Что это? Деньги? Нет, денег я не беру. Да как же, доктор? Нет, до свидания, моя Вася. Видали вы такого доктора? Такого? Нет, не видел. И, пожалуй, не увижу. Ну, до свидания, моя Вася. На Светлану вы не селитесь. До свидания, до свидания. Ось воно як, мамаша. Ну как? Можно, Владимир Ильич. Светлане выйти замуж. Бабушке нянчить внуков. Вот так доктор. Ну? Поехали. А я здесь валяюсь. Ничего, Ершов довезет. Чего ж ты стоишь-то? Видишь, человек больной, отдохнуть надо. Отдохни, сыночек мой, отдохни, как дома. Вот так вот. Спасибо. Здоровья. И цена тела, да при нас мила мила. Шерма шури, натевма, дам свада, даманила.
Владимир Ильич! А, Ершов! Здравствуйте! Здравствуйте. Газет принял? Да, вот. И я здесь, Константин Иванов. Знаю. Для нас вы всегда, Владимир Ильич. Садись, садись. У меня письмо к вам, Владимир Ильич. Да-да. От Сталина, да-да. Так, хорошо. Съезд идет. Досадно, что без меня. Нельзя вам. Шпики Керенского вас в каждой квартире ищут. И все-таки досадно. Ну а как себя ведут на съезде наши друзья, советчики? Это Каменев и компания. Ах, эти! Все вами интересует. Где вы-то? Что вы? Ну да разве кто скажет. Нельзя, конечно. Услужливый дурак опаснее врага. Так, значит, съезд идет. Как при вас. Безусловно. Такой пламенный ролевой, как Сталин, поведет съезд прямо к цели. Он уже ведет. Владимир Ильич, это надо видеть. Я сейчас ему напишу. Товарища Ленина, мы никому не позволим использовать провокационно. Ибо вся наша работа проникнута духом, мыслями и решимостью Ленина. Он здесь. Он всегда и везде с нами. Понимали и знают, почему это временное правительство господ Керенских церетелей тянуло и тянет на фронт и страдавшихся, измученных, зачастую безоружных солдат на грабительские войны. Лицемерно называя это защитой Отечества. Добиваясь победы, этим путем они хотят украсть власть капитала. Давай временное правительство! Давай Керенскую компанию! Но мы должны сказать Керенскому и Церетелю, господа почтенные, на этот раз не выйдет! Не выйдет! Несмотря на то, что угаром шовинизма, к сожалению, отравлены некоторые из сидящих здесь. Кто? Назовите. Может быть, я? Говорят, на воре шапка горит. Но это, конечно, к вам не относится. Мысль о том, что только Европа может указать нам путь,
Это старый, обветшалый предрассудок. Значит, победа без пролетарской революции на Западе? Затвердила сорока Якова, да и твердить про всякого. Совершенно не исключена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму. Сейчас необходима решительная борьба с временным правительством и с соглашательскими двурушническими партиями. Эти двурушнические партии должны быть изолированы. А почему? Да потому что соглашательство в революции всегда идет рядом с изменой. Верно. Если до июльского расстрела не было возможно мирная победа, мирный переход власти к Советам, то теперь, после июльского расстрела, эта возможность безусловно исчезла. И значит, захват власти. Да, совершенно верно. Захват власти теми, кому она должна принадлежать. А именно? Пролетариату и беднейшему крестьянству. Значит, силой. Да, вооруженной силой. Да! Это не марксизм, это бланкизм. Разрешите вам заметить, уважаемый марксист, что есть марксизм догматический и есть марксизм творческий, революционный. Так вот, мы здесь на почве марксизма творческого, революционного. Надо, чтобы рабочие, крестьяне и солдаты поняли, что без свержения власти капитала им не получить ни воли, ни земли, ни хлеба. На силу ответят силой. Ну, знаете ли, волков боятся в лес не ходить. И вообще, товарищам, подверженным панике, лучше будет спрятаться. Говорить теперь о мирном переходе власти к Советам, это значит говорить впустую, ради забавы. Мирный период революции кончился, наступил период схваток и взрывов. Один каже так, другий так. Як бути, виступати з оружием чи без оружия?
Вы спрашиваете, как быть. Так вот, слушайте. Мы, работники печати, всегда держим перо при себе наготове. Ну, а там вам виднее будет. Так. А? Вы кажете, что мы работники печати, завсегда маем перо при себе. Это значит выступать за оружием. Послал сюда один экспедиционный корпус и один генерал, и восстановил бы дисциплин. Операторы КТСР, сержант средней классы, и торговал бы самой богатой страной Европы. Еще не поздно. Поддержите лучших людей этой страны, и мы сюда еще вернемся. Ни одной минуты. Распределить силы, призвать верные полки невооруженных рабочих, занять все пункты вооруженной борьбы, окружить Александринку, занять Петропавл, во что бы то ни стало. Вы, товарищ Мудашаури, и еще, захватите мосты у Зимнего, захватите и удержите. А вы, товарищ Панасюк, берите ответ и идите на телефонную станцию. Займите ее. Действуйте решительно. А ну-ка, хозяйка, выпишите мандаты нашим командирам эро-пролетарского отряда. Арестовать временное правительство. Арестовать, не теряя ни одной минуты. Погибнуть, но не дать неприятелю двинуться к центру города. Есть. Ну, поздравляю тебя, мой родной товарищ командир.
Кронштадт! Кронштадт! Помните, решается судьба революции. Носите с достоинством звание командиров революции. Это наши! Авроры! Пьем по-зимнему! Какое зарево! Это великое зарево! Оно озарит весь мир!